Всем привет! Вывелись вот такие вот перепелятки. Техас утяжеленный. Цып-цып-цып-цып. Такие вот кормушечки маленькие на 1,5 килограмма. Удобные. Вот для перепелят, наверное, они будут удобные. Не роются, а вот цыплята выгребают из нее. Вон, пьют водичку. И вон они еще сонные. Цып-цып-цып-цып. Просыпаемся, просыпаемся. А ну, есть пить. Побежали, 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 побежали. Есть и шпагатики вон. Без них никуда. Цып-цып-цып-цып-цып. Сейчас корму возьму. Кормлю стартовый ПК-2 Богданович для цыплят корнесушек от 0 до 28 дней. Вот. Еще скорлупа. Со скорлупой вместе некоторых принесли из инкубатора. Вот, водичка со слабым раствором марганцовки. Едят, пьют. Молодцы. Ну куда ты прям в поилку? Намокнешь же. Такие шустрики. Ну и цып-цып-цып-цып-цып. Кто-то там застрял где-то. Едим, едим. Растем, растем. Такие вот техасики. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока.